лет. Как тебя зовут? Алин. Сколько тебе лет? 5. А где ты родилась? На небе. А кого ты больше всего любишь? Маму и папу. А ты знаешь, какого цвета солнечный зайчик? А почему взрослые мало улыбаются иногда? Ну, потому... А почему люди курят взрослые? Потому что нельзя, без, нельзя курить. Мой папа недавно курил, я ему всегда умоляла, а он не все равно. Он перестал уже. Перестал? Нет. Видишь, ты ему сказала, ему перестал. А ты знаешь, какое сейчас время года? Зима. А почему птицы летают? Потому что у них крылья есть. А вот почему муха летает, летает и с потолка не падает? Потому что у них крылышки есть. А что делать, если вдруг на тебя кто-то накричит? А потом убежишь. А какая самая лучшая страна в мире? Знаю, он нас, он нам помогает всю силу делать. А что ты делаешь, если вдруг рядом с тобой обидит другого ребенка? Ну, ты быстро убежишь. А какой твой самый любимый цвет? Сиреневый, розовый и фиолетовый. О, красиво. А что ты любишь кушать больше всего? Сладкой. А что нужно делать, когда плохое настроение? Если комнату убрать, или играть, или мультик смотреть. Значит, когда у тебя плохое настроение, хорошо, у тебя повышается настроение? Да. А когда хорошее настроение, что делает? Делает. Играет, разговаривает, кушает. Знаешь, кто такой Джирта? Нет. А кто такой Шахта-баба? Музыка такая. А ты знаешь, кто такой любовь? Нет? А дружба что такое, знаешь? Я знаю, мы со всеми дружим. А кто у тебя друзья? Все, которые пока не приехали. Все, все твои друзья, твои друзья? Угу. Потому что это животное, у них нет зубов. На самом деле. А где в Баку ты любишь гулять больше всего? На парке катаюсь со своими подружками на велосипеде, на самокате. Я тоже люблю кататься на велосипеде. А ты знаешь, какие инопланетяне? Нет, у нас в городе нет их. Ты уверена? А где? В других городах есть имя? Есть. Вот. Где ты слышала про это? Мне бабушка недавно рассказывала. Что? Что эти аргентинчане могут прилететь на своей такой штучке, которые могут людям тесниться. А какой твой самый любимый праздник? Ну, Новый год, Старый Новый год. Даже Старый Новый год? А как ты отмечаешь Старый Новый год, расскажи? Недавно справлял. Как, расскажи, вот что вы делали на Старый Новый год? На Старый год мне подарили куклу. А вот был тост, мы задували с братом. Как хорошо. А когда наступает Новый год, Марина, ты знаешь? Нет. Но ты все равно его любишь. Все равно я его люблю, скоро он будет. Да.
Я увижу, что ли, там люди делать будут. А ты любишь через костер? Да. Но он не настоящий, а он игрушечный. Папа. Он мне много покупает и отвезет мне бабушке. Вот он вчера мне отвез вечером. Ты любишь назвать тебя папа? Да. А что вы делаете? Я там увидела птицу из ванну, сделанную из глины. Как интересно. А ты знаешь, что такое анудустакан? Это что значит? Сосок тоже не знаю. А кебаб? Кебаб на рост барамбы это делает. На рост барамбы? Да. С чем его едят, ты знаешь? С вилочкой.